Представьте, что вам нужно обойти местность общей площадью сотни квадратных километров и детально изучить каждый клочок земли. Сколько людей вы задействуете? Сколько денег и времени потратите на эту работу? Было бы замечательно сразу увидеть все как на ладони, и это под силу беспилотным авиационным системам. С их помощью геодезисты могут без усилий произвести изыскание даже в труднодоступных объектах. Кроме того, быстро выявить утечку в нефтепроводе. В сельском хозяйстве беспилотные аппараты отслеживают затопление и дефекты при посеве, что помогает спасти урожай. А благодаря специалистам по беспилотным системам уже налаживается доставка грузов в труднодоступные регионы. Участникам конкурса предстоит запрограммировать полет в автономном режиме, изготовить и смонтировать узел беспилотного аппарата, а также произвести аэросъемку и обработать полученные данные. Успешно выполнит задание тот, кто умеет управлять коптером, понимает устройство беспилотных авиационных систем, а также может воссоздать 3D-изображение отснятого объекта. B-Digital.